Честно говоря, тут Сан Гьонг — это не тот автомобиль, который я не знаю. Да. Что-нибудь нового открывать вам? Да, посмотрел я, полазил по дебрям интернета. И вот этот автомобиль — это из породы тех, что достаточно крутой джип. Если вы решили на нем сесть, то надо будет достаточно далеко бежать за трактором. Вот. На этом автомобильчике мы специально вот прямо взяли в автоград его, ничего, что камера потрясывает. И решили просто съехать. Благо в городе места есть такие, вот, где можно кого-нибудь атаковать. Вот, наверное, надо постараться найти джип за 1 049 000. Дело в том, что даже паркетники с несущим кузовом, с непонятным кузовом, стоят дороже. Сан Гьонг — это что за автомобиль? Сан Гьонг — это элитные корейские внедорожники с комфортом легкового автомобиля по управляемости, по комфорту передвижения. Альтернативной Сан Гьонгом равным автомобилем будет только китайцы. Это Ховер, Грейт Уолл и СЮВ, ну, либо наш УАЗик. То есть я имею в виду, есть ли альтернатива равному автомобилю? Ведь дело в том, что последние даже топовые автомобили из джипов — это несущий кузов. За 1 049 000 не найдете. Вот. С такими внедорожными характеристиками. 1 049 000 до 1 400 000. И обращать внимание на всякие проблемы, неприятности не хочется. Просто берем и на заднем приводе вот едем куда угодно. Хотим — включаем полный привод, хотим — еще и пониженный включаем. Кстати, вот тот вариант, который я взял, честно говоря, что-то мне вот больше повышают все-таки механки в последнее время. Потому что разницы нет. Дизель. В городе пятую передачу воткнул. Если голова есть, и нет желания с дебилами гоняться, которые там на копейках в том числе пердят там от светофора до светофора, то очень экономично. Дизель. Естественно, дизель. Что еще надо? Учитывая цены на бензин. Ах! Вах! Но на каком еще автомобиле можно вот так, прям с автомобильного салона? И этот, помпасы называется. Конечно, Сан Гьонг. Rexton 2 представляет три модификации по приводам. Это привод Partime, TOT и AVD. Также три типа двигателей. 2.7 турбодизель 165 лошадиных сил, 2.7 турбодизель 186 лошадей и 3.2 бензиновой мощности 220 лошадиных сил. Как пятиступенчатая коробка механика, так и пятиступенчатый автомат с функцией Tiptronic. Дело в том, что последние модификации джипов, они претерпели не то что фейслифтинг, они стали новыми. Я имею в виду кукурузеры 200-ки, я имею в виду Nissan Patrol. То есть все понятно. Покупаем ту машину, не дай бог какое-то ДТП, и попадаем на абсолютно новую оптику. Она и денег стоит. Здесь наличие запчастей и вообще ремонтопригодность, но не нужно забывать, что все-таки это корейский автомобиль. То есть с запчастями проблем нет, с поставками также проблем нет. Даже если наличия нет, мы закажем, все привезем в очень короткие сроки. Куда за таким автомобилем ездить? Понятно, автоград, Marzani 9. Вот. Причем вся линейка Сан Гьонгов, она в наличии есть. То есть это пикап, который я в свое время не взял, потому что его не было. Это новый Актеон. Ну, забавный такой дверочек, став еще более мощным, наверное, чемпионат решил выиграть в мощности двухлитровых дизельных двигателей. Вот, естественно, это наш любимый Кайрон, на котором я, ну, реально отжигаю, когда появляется возможность. Ну и вот такой настоящий, большой, грамотный Сан Гьонг Rexton. В Урал полезем купаться? Вот еще чуть-чуть, немножко. Видите, какие у нас места есть в городе Магнитогорске, где можно с душой протестировать Rexton. В принципе, это все делается очень легко. Приезжаем на Marzani 9, выбираем свой Rexton. И вот уже у вас тот автомобиль, который предназначен, по-настоящему предназначен для активного отдыха. Я вижу вот эту максимально брутальную версию, то есть подешевле которая. Зато здесь нет пластиковых порогов. На этом автомобиле можно решать серьезные проблемы? На этом автомобиле можно решать все проблемы абсолютно. Как и тяжелое бездорожье, так и комфортное движение как по городу, так и по трассе.